Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, и это продолжение прохождения за Эфиопию Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с последним патчем, с тайными сообществами. Я вступил в герметический орден, правда, до сих пор об этом жалею. Ну, потому что он реально мне не подходит, но спасибо рандому, Цивы, других-то вариантов особо не было. Вот. Ну и напоминаю, что если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании, либо в верхнем правом углу появлялась она. Ну и спонсоры канала все серии видят прямо сейчас уже во вкладке сообщества. Можете переходить и смотреть. Я все-таки подумал, что надо заселять и это место, то есть покупать поселенца за веру, ставить город. И тут тоже надо ставить город, не откладывать. Так что я сейчас буду веру опять на поселенцев копить и использовать для размещения городов. То есть чем быстрее мы города поставим, тем более, что мы это за веру, а не за производство делаем, тем будет лучше. Так, я, по-моему, госслужбу открыл, но я не думаю, что надо менять. И мне кажется, стоит пойти в феодализм, поставить эту карточку и потом веру на рабочих потратить. Будем там, где Лян у нас находится, покупать это все дело. Ну что, дадут мне сюда высадиться наконец-то или нет? Сволочи. Так, плывем обратно. Хочу вернуться, надо будет скоро апгрейдиться в каравеллы. Так, какой-то там неизвестный. Исправьте свое поведение, или другая могучая армия исправит его за вас. Я вижу на тебе печать зла, истинную суть вашего общества не скроешь от знающих. Это, видимо, они в другом, да, они воспевающие пустоту, и этот воспевающий пустоту, да? О, 6 городов в мою религию обращены, поэтому реформация продвинулась. Ладно, я пока тут скаутом просто постою, дождусь, когда можно будет плыть через океан. Вот сейчас мне, небось, дадут эти то тайное общество, которое я хотел. Но будет уже поздно. Пойду я к конем возвращаться к этим. О! Е-е-е! Отлично. Блин, тут еще этот стреляющий. Но я не могу здесь город ставить, мне надо тут ставить. У нас есть проблемка с этим. Так, галерой я, наверное, сюда поплыву. Где у нас вон Кабери не хватает? А, да, тут нужен... Блин, тут амбар надо было сначала строить. Ну вот, видите, уже начинаются проблемы. There is no easy way to train an apprentice. My two tools are example. Я, блин, не знаю, как тут город поставить, но это просто какой-то бред. И смотрите, это единственное место, где можно высадиться. Все остальное, о, закрыто. Ну что, мне сюда плыть? Ну, это просто какой-то, ну, я не знаю, это какая-то такая... Какой бред в плане... Не дали тайное сообщество. Сколько у него... Слушайте, могут убить. Боже, ну как мне с этим...
Я не знаю, ну реально, что плыть вот тут где-то лучше высадиться и так пройти и поставить город спокойно уже. Просто мрак. Да, видимо, придется так сделать, потому что тут невозможно этих варваров никак зачистить из-за такого вот... Из-за такой высадки. Только если какие-то морские юниты строить. Получается. Так, сколько у нас стоит поселение с 220? Следующим ходом можно будет купить. Наверное, в Анкабере как раз куплю, чтобы сюда поставить. А караван... Знаете, наверное, из Аксума. А, стоп, он 70 стоит, нет. Давайте тогда в Харере просто построим его. Нет, нет, нет. Веру мы будем тратить только на поселенцев. Так, давайте контрфорс открывать. Хочу уже колосс достроить. Дополнительный... Караван это всегда очень хорошо. Блин, ну Нубии там 94. Но я напоминаю, что я вообще до сих пор без единого кампуса. Специально посмотреть, насколько я могу выдержать. Да, блин, вы прикалываетесь. Просто какой-то мрак с этими... Так, а куда это у нас тут катапульта поплыла? Арбалетчик поплыл. Не, ну катапульты арбалетчиком и этим меня вряд ли можно тут взять. Но сам факт мне что-то не нравится. Ну и тем более он еще плыть будет долго. Это ж вот так надо плыть у него. Хотя, может, открыто? Нет, нет, каравел. Это возможность плавать по океану, только у перса открыто. Хотя нет, почему? Этих тоже может быть открыто. Блин, ладно. Сейчас посмотрим, как поплывет эта Колумбия. Торговец. Блин, что-то я опасаюсь Колумбии. Ну, и слава богу, это не его эти уникальные юниты. Так, давайте тут амбар. Что там амбар? Нет, Анкабери я просто куплю сейчас посело, так что тут меньше станет жителей. Мекеле. Как будто, знаете, итальянский по-украински. Мекеле. Микола, ты шо? Ой, так. Социальный институт. Гильдии ускорили. Но мне надо феодализм открыть, поставить карточку на рабочих. Так что, зороастризм, что ли, распространять? Что вот это поприплывало, а? Ну, конечно, странно, что он сюда прям приплыл. Больше ж некуда распространять. Надо будет инквизицию, видимо, основать. Плюс до третьего уровня прокачался, ничего так. Не, вроде он куда-то вниз поплыл. Катапультами. Я бы немножко всадников, наверное, поднастроил. Апаются они в эту кавалерию Арома. Лошади будут требоваться. Ну, в принципе, у меня есть лошади. Так, что этого перебрасываем сюда.
Из Аксумы я сейчас отправлю. Из Анкобера надо будет отправить. Этого мы сюда ведем. Давайте еще всадников. Хочу побольше немножко юнитов построить. Если что, разместить их в городах. Я не думаю... Ну, то есть вот такой армии не должен я сейчас браться вообще никак. Но, знаете, этот компьютер... Ох уж этот компьютер! Маяк. Может, мне просто выкупить эту клетку и успокоиться, так сказать. Кир Колизей построил, и тут мои города пытается обратить. Я вообще 100%, кстати, к оборонительным зданиям стоит. Но не хочу, блин, строить стены, честно говоря. Да, давайте я, наверное, вместо оборонительных зданий поставлю новые строители. Получает дополнительно эту. Куплю в Харере одного строителя пока. Так, из Анкабера в Адис-Абебу. Из Аксума, наверное, в Харер отправлю, ну, потому что дорогу провести. Можно с Панамой об открытых границах договориться? Во-первых, делегацию? Нет, не принимает. Открытые границы. Открытые границы примет. Отлично, видите, тут построено три рема вот в этом внутреннем озере. Называется, когда просто некуда девать ресурсы уже. Строим всякую фигню. А, есть ли с кем мне поторговать? Гипс. Отличненько. И дальше идем в гильдию или в теократию? Ой, в смысле, в торговую республику или в теократию? Давайте, наверное, в теократию. Там у нас будет скидка на покупки за веру. Колосс никто не... Я прям реально удивлен. Я думал, я колосс не дострою. Оказалось, не норм. Проверил, что сейчас правой кнопкой отменяется постройка. Чудо. Так. Аду и построиться. Значит, у нас из... из Харера не бегает, да? Из Мекели не бегает, да? Поэтому этот в Мекели. Тут из Аду и я отправлю. Не похоже на то, что там как-то Колумбия ко мне идет своими войсками. У меня, конечно, 100 сила, у него 1000. По идее, должно быть желание приплыть. Но я сейчас вот еще одного всадника дострою и открою, наверное... Хотя, о чем я? Замки, наверное, и так открою. Давайте пока военную инженерию открывать. Так, этого парня надо сюда убрать... Стоп, я уже тут поставил акведук. Блин.
Что-то я попутал. Тут надо было сначала камень вырубить. Как-то я странно это сделал. Я даже не помню, когда я это поставил вообще. Ну как, блин. Сволочь, ты мне дашь вообще поставить город или нет? Ну сволочи, ну это просто бред какой-то, ну. Так, что у нас тут с акведуком? Только вот тут можно ставить, да? Ну, кстати, надо. Только сначала там, конечно, нужен еще строитель. Давайте тут еще пока одного всадника построим. Блин, реально не понимаю, как я тут умудрился акведук начать строить. И что, не... А, нет, смотрите, можно собрать камень. Отлично. Какое странное произошло. Что-то я... Каким образом я смог здесь строить акведук на камне, а потом прийти еще и камень собрать? Ну, давайте сначала промышленную зону. Я понимаю, что тут плюс 4, но тут скорее на кампус я оставлю. Вот тут у меня будет... А, и правительственную площадь я тоже смогу, отлично. Тогда давайте сразу вот так и правительственную площадь в очередь ставим. Отличненько. Так, из Адуи. Ну, я тоже хочу в Харер, потому что дорога тогда проведется. Пускай... А, жить ДС. О, тогда в ДС лучше. ДС дает 2 плюс 2. Амбар. Сюда вырубать лес. Лошади готовы. Ну, я тут их буду держать на этих... Блин, меня еще вот волнует этот перс. А что у него с религией? Там, случайно, крестового похода нету? Ну, пока нету, но он может быть. Так ведь... Пока тут тусить, чтобы не захватило. Это ж скаут, он быстро может захватить. Давайте, наверное, в Лалибеллу этого коня. Этого коня в Микеле. Адуи торговец мы сделали. Кампус. Надо ли? Ну, давайте строителя куплю опять. Тут, мне кажется, акведук. Смысл? Тут промышленная зона нигде нормальная не будет. Так что акведук, мне кажется, вообще нету смысла строить. Амбар-монумент тоже нет. Священное место. Ну, надо ли мне? Тут, ну, плюс один всего будет. Вот здесь я понимаю, да? 8 производства, 8 веры. В Лалибеле еще священное место тут бахнуть. Давайте, наверное, в Адуи
корабли построим. Еще один. Так, тут всадники уже больше не нужны. Храм. Я, конечно, могу вот эту клетку выкупить и начать там дамбу строить. Потому что тут 7 ходов, а в Аксуме 13. Давайте, наверное, дамбу. Видите, выкупаю Аксумом, потому что дешевле. Потом передаю в Харер и ставим тут дамбу. А потом здесь промышленную зону. Ну тут уже несколько раз было разлив. На этой речке его не будет. А на этой надо поставить. И все, вроде... По-моему, тут тоже не может быть, разве хотя? Надо вот так посмотреть. Нет, так тоже непонятно. Ладно. Может мне... Блин, в Колумбии тоже ж вера. Колумбия и Персия, кстати, ко мне не очень, потому что у меня своя вера. Так. Соседство промышленной коммерции. Ну, промышленной у меня вообще, по-моему, пока ни одной нету. Я думаю, пока нету смысла менять. Вот, кстати, это сейчас ускорю, в храм дострою второй. Селитры у меня нет, да? Зашибись. Да, на таком большом континенте. А, не, вон сверху вижу. Наверху есть все-таки. Да, вот тут, видите, где я как раз хочу город ставить. Ну, я не знаю, мне надо отойти, надо, чтобы с этим скаутом разобрались сначала. Ну что, вырубать под кампус? Ну... Ну я уже прилично отстаю. Мне кажется, надо уже начинать как-то кампуса строить. А что еще вот в Адуе? Ну реально, тут больше никаких районов других нету смысла строить просто. Поэтому уже начинаю кампуса. Так, этот... Производственный район, тут правительственный, тут дипломатический. Ну пока, не знаю, пока не хочу вырубать. Давайте тогда этих крабов обработаем. Они тут подобавлялись все. Дополнительное всегда жилье и рост городу. Тут только всего красивого настроено в Колумбии. Это Панама, 15 жителей. Красопед. Гавань, потом священное место тут. Построю. И давайте... Давайте даже картографию откроем, слушайте. Нафига, вот нафига Колумбии храм Махабодхи? Там самое необходимое чудо. Здесь ставим акведук. Ну тут в ДС просто надо акведук даже вне зависимости от... промышленной зоны, просто потому что он у меня без без
пресной воды стоит. Божественное право ускорили. Крабиков добываем. Да, тут еще, кстати, много всего можно обрабатывать. Ну, тут вот, наверное, все-таки рыбацкие лодки... Ну, из того, что было, мне кажется, все-таки рыбацкие лодки самый правильный был выбор. Особенно это чувствуется в столице. Так, кстати... Ну, я бы здесь, да, сделал эту. Смотрите, тут 4 еды, 2 производства. И станет 4 еды, 2 производства, 6 веры. Просто 6 веры. Боже, когда Маскат разберется с этим скаутом долбаным? Ну, это какой-то прикол просто. Это... Не знаю, как это объяснить нормально. Куда мне тут поинтереснее побежать? Так, амбар сделали, растем. Ну что, гавань, наверное. У меня, конечно, такая морская эфиопская империя. Знатоки моря на своем собственном континенте. Ну, что это? Ну, ё-моё. Ладно, наконец-то конь прибежал. Будем тут защекать. Сколько там до конца? 3 хода. Ну, я в темный век, очевидно. Выхожу. Слава богу, нету соседей, можно не бояться лояльности. Я, наверное, тут вырублю и производственную площадь поставлю. Вот это еще можно торговать. Ага, маяк в Аксуме. Ну, я, наверное, вот этот город поставлю и там куплю торговца. Так, этого рабочего, наверное, отправлю сюда уже кампус ставить. Все одинаковое, тут смысла особого нет. Ну, все-таки у меня нет ощущения, что... Может, я, конечно, не так... Ну, блин, сами посудите. Вот город дает 27 веры, и с этого мы получаем только 3 науки. Это не так, чтобы уж и много. Я не думаю, что Эфиопия может вообще без кампусов обойтись. То есть она долгое время может обходиться. Просто может долгое время обходиться. Но... Кампусы по-любому придется ставить. Так. По одному жилью. Надо каждый ход будет покупать, наверное, рабочих, потому что закончится. Я не буду уже, пожалуй, сюда поселенца за веру покупать. Постоянно проблемы с варварами, чтобы их еще поставить вообще. Так, Аксум этот побежит сюда обрабатывать. Жилья тут дофига, амбар нету смысла покупать. Акведук, мне кажется... Ну, кстати, вот тут, если акведук поставить, да? А потом здесь промышленную зону, тут очень неплохой бонус соседства будет. Давайте, наверное, так и сделаю.
Акведук сюда, и тут у нас будет промышленная зона. Плюс тут еще соседство от дамбы. Так, гавань. Закончено, маяк, и тут, наверное, на производство. Да, могу купить... Ну да, я там хотел в том городе купить уже караванчик. В принципе, с ресурсами-то все не так уж и плохо. Города растут. Мне только... Вот если бы я не за Эфиопию играл, а за другую, мне бы больше нравилась эта территория. А как для Эфиопии... Я не вижу тут особых бонусов, ну, чтобы вот прям в плюс было. Так, ну чё, подождите, если я приму монархию, я, наверное, в нормальный выйду. Три очка. Ну, давайте, наверное, теократию подожду, не буду пока монархию принимать. Так, все, из ДС отбегались мы. Давайте уже, может, на деньги как-то... У меня, блин, на деньги только вот к моим соседям, получается, к моим городам-государствам. Ладно, следующим ходом апну каравеллы и пойду вот этих ребят открывать. Ну, соответственно, я смогу караваны пускать. Ну, а пока, видимо, в Маскат. Так, давайте тут рыбку обработаем, чтобы гандер рос. Видите, у него сразу жилье появляется, и он может... Не, жилье вообще и было. Появляется больше еды. Так, этим... Черепашку не хочу выкупать. Я деньги коплю на апгрейд... на апгрейд каравелл. Я ж не в наемнике не выхожу, мне будет дорого апгрейдиться. Так. Ну, наверное, берем пока следующих. Наверное, в Лалибеллу. Тут достроится промышленная зона, начнется наконец-то правительственная. Not all who wander are lost. Так, ап, видите, 180 стоит. Поплывем. Находить другие. А тут всего четверых нашел. То есть еще где-то 7 цивилизаций тусит. Плюс мне надо кругосветку делать. Так, обработано. Тут лесопилку. Блин, я забыл, что я каждый ход хотел строителю покупать. Блин. Ну, ладно, раз я накопил столько веры, наверное, стоит купить поселенца.
Да, блин, ну нафига я сюда походил? Это какой-то прикол, я не знаю, ну это какие-то... Какая-то долбанная хрень какая-то просто в этом месте. Я почему не могу там город постоянно поставить? Я просто это вообще так вырубает. Это какой-то долбанный маскат, какими-то юниты тут... Просто какими-то шашками тут ходят. О, давно против Перикла не играл, кстати. И где он? А, он там внизу. Может, ты не заберешь? Конченые варвары, блин, я так ненавижу вас. Просто какой-то мрак. Так. Тут мы берем реформу денежного обращения, тут мы принимаем теократию. И открыли наш уникальный юнит. Дальше. Новые строители. Это можно убрать. Ставлю дополнительное вероотзнание в священных местах. И тут соседство промышленной зоны. Сюда. Плюс 4 к боевой мощи против войска. Ну, пока я ни с кем не воюю, смысл мне это ставить? Давайте, может, содержание юнитов снизим. Оборонительных зданий не хочу. Против варваров. Ну, давайте против варваров пока поставлю. Так. Давайте в наш уникальный юнит. Мне бы сейчас, конечно, в героический век попытаться выйти. Так, Афины у нас вот тут. Аж. Не знаю, как он меня нашел там. Мой уникальный юнит. Давайте этого апну пока. Еее. Китята обработаны. Кстати, может с кем поторговать? Мне тут ресурсов два. О, нефрит. Перикл. О, у него еще и мед, но у меня, правда, нету больше двойных. А, написано было больше двойных. Это, видимо, от городов государств я получаю. Ладно, не буду пока торговать. Так, значит, вот эту фигню мы ведем на камень сюда ставить. Этим парням давайте мрамор обработаем, а потом пшеничку. Бананы есть. Ну, естественно, бананы есть. Не пить же их. Так, ну надо мне еще мои эти церкви где-то бахнуть. Вот тут было бы неплохо, на самом деле. А, нет, тут нельзя. Значит, вот тут надо. Нельзя тут, потому что тут уже построена скальная церковь. Блин, забыл про этого рабочего. Нормально. Пойдем, наверное, обработаем хлопок. Вообще, странный вот этот бонус, почему Эфиопии за каждый ресурс дают веру. Было бы логично, чтобы каждой цивилизации что-то за обработанный ресурс давали. Что, ну, что такие за бонусы чисто... Только Эфиопии. Так, пойду в торговую республику дальше. Это зачем мне в торговую республику? Подождите. Пошли в меркантилизм.
Дипломатическую службу пока пропускаю по той простой причине, что я даже дружбу ни с кем заключить не могу. Что уж тут говорить о союзах. Так, ну я думаю, пора... Культурный захват, давайте себя проголосую. Плюс 10. Я бы вот тут зороастризм осуждал. Даже чуть больше туда волью. Я бы сейчас с удовольствием осудил и 25 дипломатии получил против перса. Плюс 10 к боевой мощи католицизма. Кто за него проголосовал? Раз. А, тут по-другому. 2, 3. Ну да. Ну да. Так, мой первый кампус. И, в принципе, в Вавилон надо будет тогда вбросить. Так, здесь сначала мы строим храм предков, трон вождя, зал для приемов. Соответственно, мне нужно больше... На 100% усиливается религиозное влияние, но я бы этого разместил... Блин, я бы его в Дассе изместил, честно говоря. Давайте Мокшу в Дассе, а Рейну в Лалибеллу. Не, хотя там Магнус тоже нормально будет. Тогда Рейну в Аксум. Леваду. Наверное, все-таки в Аксум. О! О, во, новая Екатерина. Кстати, странно, я предсказывал, что будет Франция, но я, честно говоря, думал, что она где-то тут будет, потому что тут залив Жозефа Бонапарта, это, видимо, как-то к Колумбии относится, залив Жозефа Бонапарта, а не к Франции. Потому что Франция, мягко говоря, вообще в другом месте. Так, и какая она у нас? Тоже воспевающая пустоту, да ё-моё. Акведук построен. Давайте, я, видите, я стараюсь кампуса как можно позже строить, поэтому давайте сначала промышленную зону все-таки. Как-никак, плюс 5 будет давать. Может, все-таки мы найдем как-нибудь Окленд. Тихий океан. Блин, Маскат, отдай посело, сволочь. Что это за издевательство? Они надо мной издеваются. Ну, я не знаю. Ну, это ну какой-то этот. О, Наска. Тоже надо бы отправить туда послов. Но так у меня их всего 2, то я, конечно, в Вавилон сначала. Плюс я не думаю, что мне уже сейчас вера сильно нужна. Но она как бы уже у меня раскачивает. 117. 117 вход. Это уже круто. Я сейчас еще построю в правительственной площади, чтобы за веру юниты покупать. Вообще будет зашибись. Так, растем. И гавань. Что будем открывать дальше? Стремя открыли. Ну, верфи, наверное, нужны. Плюс я еще тут смогу вместо университетов строить... Это то, что там в своем сообществе. Здание алхимиков. Посмотрим, что заодно надо библиотеку, кстати, построить. Чтобы здание алхимиков увидеть, что оно дает.
Так, надо бы отправить экспедицию, не экспедицию, а делегацию во Францию. Театральная площадь плюс 2 к жилью. Кстати, а вот интересно, от этой карточки вера тоже преобразуется в науку и культуру? Дайте-ка я попробую выяснить. Значит, у нас... Ну, здесь только 25%, правда. Ну, давайте все равно попробуем посмотреть. Вот у нас храм. 10. Ну, похоже, да. Три и восемь. 15% от 49. Ну, как бы 15% от 50 должно быть где-то 7,5 быть. Но тут 15% это ж вот это, понимаете, это вообще вся вера. А тут считается скорее... Ну, вот от довольства точно вот 5, вот эти 2,3, 5% оно не будет считаться в эти 15%. Ну, а все остальное, по идее, должно считаться. Ладно. Не очень понятно, какие именно 15% тут от производства веры в городах. От производства веры. По идее, должно от всей веры идти, но тут... То, что тут идет, вот эти 3,8, это, ну, 15% от 50, это не 3,8. Это где-то 7,5. То есть у меня где-то половина веры куда-то девается. Так, новый континент тут. Так, давайте я делегацию попробую отправить. Эх, блин. Так, хорошо, а поторговать? А, мне нечего предложить. Подожди, я тут вроде как собирался хлопок обработать. Вот. Давайте. Никто со мной не хочет дружить, союзы заключать. Это, конечно, расстраивает. Нечестно вообще. А, так, еще мрамор можно торгануть во Францию. Блин, я в прошлый раз забыл денежку еще попросить у Франции. Дополнительный торговый путь можно проложить. Обработано рыбу. Ну, блин, вот как он потащил этого поселенца? Ну, ты же ничего не делаешь из него делать, блин. Так, хотя бы тут постоять, чтобы не появились варвары еще. Блин, я тут хотел... А, могу еще. Это первый посол. И Вавилон. Так, и так. Знаете что, давайте мы что-нибудь еще на одного посла откроем, если тут... О, есть военная подготовка, отлично. Я как раз отправлю в Наску. И поменяю карточку сразу. Так, ну раз, собственно, здесь мы и сделали маяк, то давайте тут и построю торговца. Не надо больше строителей. О, отлично. Неужели я с Францией смогу нормальные отношения? Я, кстати... Я думаю, что они, скорее всего, ко мне плохо относятся из-за того, что у меня маленькая армия. Так, давайте сначала... Давайте я еще поплаваю. Вдруг внезапно кого-нибудь встречу. Какой-нибудь еще город-государство, куда я больше захочу отправить послов, чем в Наску. Да не, вряд ли. Так, теперь к Екатерине делегацию. Да, блин, то есть...
Ты ко мне посольство отправила, it's okay, а я к тебе не могу, да? Ты сволочь, ладно, значит, в Наску отправляем посла. И меняем на плюс 2 влияния. Теперь в столице построили тронный зал, начинаем строить часовню великого магистра. Позволяет приобретать за веру наземные. Вот тоже фигово, что за веру вы только наземные можете. Ни морские не покупать, ни самолеты. Только наземные. Что за ограничения такие? В чем тут баланс? Так, хочу открывать, больше видеть городов Франции. Мне кажется, я все-таки с ней подружусь и смогу к ней отправлять караваны. Ну, кстати, тут, наверное, наскальная церковь нормально будет. Я даже, наверное, ее лучше построю, чем... Да, тут, кстати, круто, потому что вот два холма рядом, и тут третий. Тут вообще веры будет капать. Так, тут у нас к рыбе плывет чувачок. Ну, я не знаю, может тут тропический лес убрать. Так, тут я хочу скальную эту. Думаю, может тут убрать тропический лес и тоже скальную поставить. Выглядит как хорошая идея. Собор Святого Василия Блаженного точно нет. Святой Софии тоже, наверное, да, торговца. Военную подготовку открыли. Ну, пошли дальше в меркантилизм, наверное. Видите, еще художество. Блин, мне бы еще театральные площади, собственно, построить. В которых я смогу за веру покупать. А, и мне бы еще апостолов, между прочим, для укрепления веры. О. Чьи границы? Давайте угадывать. Я сейчас скорее затрудняюсь сказать, чьи. Так. Давайте посмотрим. Ну, по-моему, отсюда не добежит до Парижа. А вот из этих... Ну, откуда-то должно... Доставать. О, достает, да. Адуа Париж, 12 монет. 3 веры. Окей. Понеслась. Кому эту клетку? Дессе или Хареру? Наверное, Хареру он быстрее растет. Так, тут рыбу обработали. Точнее, краба. Тут обработали. Давайте тут еще краба тогда куплю. Так, и тут я иду в массовое производство, да. Так, в Адуе мы построили библиотеку. И вот у нас общество алхимиков появляется. Уникальная постройка герметического ордена заменяет университет. Кампус приносит золото в количестве равном бонусу за соседство с наукой. Вау. Еще сам по себе он дает 2 производства и 6 науки. Правда, в строительстве стоит 125 производства. А так университет просто 4 науки дает. В
То есть тут еще и на две науки больше, еще и производство будет давать. Класс. Строим, конечно. Блин, ну мне, видимо, компуса надо ставить уже. Да, тут, конечно, до кругосветки далеко. Торговцы завершили. Монумент древней стены нафиг надо. Еще торговца. Гавань готова. Маяк. Ага, тут давайте на производство пока. Ну, 4 веры. Зашибись. Ну, ладно, на этом серию закончу. Наконец-то мы начали разведывать мир, исследовать. Сейчас я еще открою возможность покупать юниты за веру. Я думаю, какой-нибудь движ устроим дальше. Не знаю, хочется к кому. Я бы к персу, наверное, сплавал. Хотя бы просто пограбить ему там. Караванчики у какого-то великого человека набили. Флотоводцы. Ну, не удивлю. О, броненосец дают. Класс. Броненосец, кстати, будет в тему. Ну, ладно, это уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!